В общем, задача такая. Нужно в мебельной дверке просверлить три отверстия для того, чтобы проветривалось, шкафчик мог проветриваться. Эти три отверстия нужно просверлить так, чтобы, было эстетически нормально. Поэтому для этого нам понадобится шуруповерт, ну и, соответственно, понадобится перо. Сверлить будем десяткой. Но для начала нужно разметить. Для начала делаем разметку. А для этого 22. Вот. Нужно сделать разметить. И останется только лишь просверлить. Сверлить будем пером. Ну и чтобы просверлить, ставим обороты и поехали. Место, где вышло перо, засверливаем изнутри. Также и остальные два отверстия. Вот и все. Тогда с двух сторон получится равномерный и ровный срез.